та точка соединения двух рек Катуни и Чималки. Очень энергетическая точка. Энергия прет как вверх, так и вниз, радостным, счастливым потоком, наполняя все тело свежей, чистой, радостной энергией. Да, да, что, не идем сейчас? Идем, идем. А мы с дочерью идем вверх, вот сюда. Пойдем, руку давай мне, дочень. Вот это вот. Пошли мы по козьей тропке. За мной иди, пожалуйста, доча. Да, здесь опасно. Смотри под ноги и держись крепко за меня. А? Кепку держи. Потом камень подберем, другой. Вот еще одна обзорная точка. Ну да, что, ну обзорную точку-то дай посмотреть, пожалуйста. Пойдем дальше. Да, еще опаснее. Дочь, Дарине на текущий момент почти 5 лет. А мы здесь забрались. Маш, где родители? А? А что, не попрощались даже? Почему они прощались? Да, а я что? Они ушли уже? Они там разговаривают с кем-то.